Маленьким полосатым и пятнистым ребятам-котятам очень нужно найти себе заботливых, любящих хозяев. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Им по 2,5 месяца. К пристройству полностью готовы. Вот эта девочка очень надеется на счастливый случай, который поможет ей пристроиться в любящую семью. Она родилась на улице, долго скиталась одна, пока не встретила человека, который взял ее на время домой. Теперь ищем ей постоянного хозяина и очень верим в чудо. Возраст собаки почти 9 месяцев. Обратите внимание вот на такое вот зашуганное одиночество. Собака очень напугана и очень переживает из-за того, что она попала в отлов. В то же время очень контактная и будет бесконечно благодарна тому, кто ее спасет. Потеряла равновесие, потеряла веру в себя, так сказать. Вот сейчас ее немножко вывели, гладим немножко, приводим в себя, все, она пошла на контакт, она стала доверять, она уже поняла, что ей зла не желают. Других собак девочка не боится. Поладит с котами. С детьми тоже найдет общий язык. Собачка, вот, судя по зубам, очень молоденькая. Опять-таки, 1-2 года максимум. Ну, вот такая размером она, ну, чуть больше таксы. Собаку можно взять как в квартиру, так и в частный дом. Это вариант для более спокойных людей. Будет у вас в ногах лежать, как говорится, пятки лизать. И преданно смотреть в глаза. Вот присмотрите, смотрите, какая улыбательная, когда на солнышке щурится. Очень нужна передержка вот этой молодой кошечки в положении. Всем необходимым питомец будет обеспечен. С дальнейшим пристройством поможем. Необычная кошечка Сима отдается в дар добрым людям. Посмотрев на нее, вы уже не сможете отвести взгляд. У Симы взрослые умные глаза. Она активная и озорная, как и все котята. Очень любит проводить время с человеком. Осмотрена ветеринаром. Здорово! В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.